Аллилуйя. Я хочу коротко засвидетельствовать за своего дядьку. Он в прошлый раз, когда здесь проходила семинар школы исцеления Рафа, у него болело, очень сильно болело ухо. И во время, просто во время служения, да, он даже не знает когда, он сегодня мне утром позвонил, он не мог сегодня приехать сюда, да, и сказал, обязательно засвидетельствуй, потому что Бог так прикоснулся к нему. Он говорит, во время служения очень сильно болело ухо, и, то есть он приехал сюда, ухо болело, и во время служения, он говорит, я почувствовал просто, как Бог начинает прикасаться к уху, какой-то жар, прям ухо начало гореть. Он говорит, горело, то есть там тепло такое, знаете, как будто обогревание делали в ухе, и полностью ухо исцелилось. То есть он говорит, позвонил мне сегодня, говорит, обязательно засвидетельствуй, это слава и чудо Божье. На том семинаре, который, да, здесь проходил последний раз. Аллилуйя.